Уважаемые граждане Чеченской Республики, сегодня 26 марта. Хочу сообщить вам, что на сегодня под наблюдением находится 597 человек. Это люди, которые прибыли из неблагополучных стран, либо были в контакте с прибывшими. Кроме того, в обсерватории находится 16 человек. Они наблюдаются также. Они прибыли из Саудовской Аравии буквально несколько дней тому назад и поэтому будут находиться под наблюдением в течение 2 недель. Что касается заболевших, то на сегодняшний день их 10 человек, из них один ребенок 5 лет, трое из них болеют, имеют клинические проявления острого респираторного вирусного заболевания, остальные симптомов не имеют, что еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы люди минимально контактировали друг с другом, сидели по возможности дома и таким образом разорвали цепочку передачи коронавируса от одного человека к другому. Хотел бы также отметить вчерашнее совещание, на котором главой Чеченской Республики была подчеркнута необходимость соблюдения карантина каждым человеком. Очень много приезжих, контактировавших с приезжими, поэтому общее такое сознание, самосознание, гражданская ответственность имеет очень большое значение в сегодняшние дни, чтобы минимизировать то, с чем мы можем столкнуться в результате быстрого и стремительного распространения коронавирусной инфекции у нас в республике и в стране в целом.